стремлении дерзновенном и напрасном я все искал черное раздание солнца. И этот мир, непознанный, прекрасный, сиянием звездным, не найдет пути. Мечтами, грез, сомнений и открытий над вымыслом столь откровенных слез, лиричного прочтения событий, и вам сегодня досточтимый зритель плоды исканий творческих принес. Я просто жил, творил и восхищался величием космоса, о духа торжество, и к сущему любовью возгорался, огонь души и сердца моего. Среди потока мощи килогерцев звучит он тихо, но до глубины, ведь это говорит мой ангел сердце, коснувшись души моей струны. Ангел сердца, так назвал свой авторский речник, удивительный музыкант, композитор, певец, исполнитель, гитарист, виртуоз Алексей Скрипник. Сегодня он выносит на ваш суд плоды своего более чем 25-летнего труда. Труда, исполненного сомнений, фантазии, вдохновения, поиска, терзаний душевных, результатом которого стали замечательные добрые песни, блистательные романсы, инструментальные композиции, которые освещают, согревают подобно свеча. Романс «Свеча», слова и музыка Алексея Скрипника. Встречаем лауреат международного конкурса Алексей Скрипник. Сердце бьется в ритм дождя, плачет нежная струна. Эти дивные слова прошептала мне любя. Так встрети же для меня, это я, душа твоя, заглянула в небеса, загорелся. Ты развеял смысл луча, гитару. И вот на этой гитаре юный Алексей
набрал первые свои аккорды. Может быть, потому что древесина, из которой сделаны гитары, были настроены на молитве, а может быть, те картинки детства, которые видел мальчик Алексей, те ромашковые луга или звездное небо, может быть, они стали вдохновенным благословением Земли, а может быть, благословением Небес. Благословение Земли исполняет Алексей Скрипник. Святая музыка любви, высокой степени блаженства, благословение земли, небесе дамы главенства. Благословение земли, небесе дамы главенства. Просто так бывает, кто о ком мечтает, на лицах мешает силуэт. День был очень светлым, а в закате медным, и на сцене медным светом золотым стал земли единый, бесконечно мир, и таким невинным, и простым. Цветок невинный мой души, таинство вечной красоты, порыв мелодии струны, все это тонкие черты. Порыв мелодии струны, все это тонкие черты. Просто так бывает, кто таком мечтает, написать мешает силуэт. День был очень светлый, а в закате бедным, и на сцене белым светом золотым стал земли медин, бесконечно милый. Удивительный инструмент – это гитара. Свое победоносное шествие по нашей земле она начала более 4000 лет назад и начиналась с 4 струн, ведь кефар – это 4 струны. Гитара менялась, не менялось только отношение к ней. У Алексея это личное отношение. Увидев гитару 1802 года, впервые юный Алексей набрал первые аккорды, а далее сочинил романс, который так и назвал «Романс о гитаре». Этот романс выдержал испытание времени. Он уже существует и находит отклик в душах слушателей уже 27 лет. Итак, «Романс о гитаре». Стихи и музыка Алексея Скрипника исполняют Алексей Скрипник и Ирина Скрипник. Гитарных струн мотив, случайных слов порыв,
старинный вечный миф, съедобных струн мотив, смущенных слов порыв, закат чудесный миф, старинный вечный миф. Звуки слились годами столетий, закружились в мелодии песни. Этой пламени меркнет костер, пеплом угольным дымкой озер. Вместе с ней романс напевая, подруга души неземная, первым утром блестит угасая, себе струнной века чего-то. Недавних струн мотив, случайных слов порыв, закат чудесных нив, старинный вечный миф. Недавних струн мотив, случайных слов порыв, закат чудесных нив, старинный вечный миф. Исполняют лауреаты белорусского тура 27-го международного конкурса исполнителей русского романса 2023 Алексей Скрипник и Ирина Скрипник. Полет играющей фантазии открыт мелодии воспоминаний, уносит крылья любви, уносит крылья любви, любви. Уста чудесного полива восторгом света отдают. Прощальный след судьбы порыва, осколок сердца познают, осколок сердца познают. Одна мерцающая капля потока медленной росы растает облако мгновенья путем несбыточной мечты. Мечты, мечты. Уста чудесного полива восторгом света отдают. Прощальный след судьбы порыва осколок сердца познают. Осколок сердца. Считается так, что талант всегда многогранен. Недаром говорят, талантливый человек, талантлив во всем. Это можно отнести данные характеристики и к Алексею Скрипнику. Он не только пишет стихи, сочиняет музыку, блистательно играет на гитаре, но еще рисует. Еще в раннем детстве он учился у нашего великого художника, народного художника Беларуси Леонида Дмитриевича Щемелева. И подавал хорошие надежды. И все-таки вот эта гитара, она такая притягательная, сколько энергии в ней. Не устоял молодой человек, хотя
занятия живописью, конечно же, отразились на его мировоззрении, на его видении мира. Поэтому с большой благодарностью Алексей вспоминает те уроки и, наверное, когда пишет свои стихи, образы живописные очень вдохновляют его на новое произведение. Итак, следующий романс посвящается его учителю Леониду Дмитриевичу Щебелеву. Нарисуйте портрет. Алексей Скрипник. Нарисуйте портрет на зеленой траве, звездный рассвет на седой траве. Жеманный свет, путь вечен судьбу, ведь зажегся во мгле я навеки с тобой. Ах, оставьте меня на зеленой траве, открываю глаза на на великой горе, чтобы встретились мы в нашем старом дворе, на палитре души написали портрет, и в зеленой тиши появился портрет. Ах, оставьте меня на зеленой траве, открываю глаза на душой.
ночь молитва света, который истина Творца. Я так грущу, признаться откровенно, душа моя не дает вам пока. Я так грущу, как искренно как-то так, вся жизнь моя вас крута. Простых словах открыто вдохновение, весна пришла веселыми легко. Зачем грущу, пытаясь незаметно, почти совсем разрушив свой покров, раскрыть любовь, наивно безотрадно, вся жизнь свою прожить с тобой. Ко мне пришла печальная разлука, единственный снег женского тепла. Я так люблю. И еще один романс о любви и о весне. И у него есть своя история, своя такой глубинный такой по смыслу. Дело в том, что много раз она звучала дуэтом с известной всем и любимой заслуженной артисткой Республики Беларусь Надеждой Микулич. Ну, сегодня так сложилось, что Алексей будет петь один, но тем не менее Надежда всегда говорила, что
У Алексея талант, и при всем богатстве выбор, она бы выбирала песни его авторства. Итак, звучит песня «Березка». Стихи и музыка Алексея Скрипника. Березка дивными кистями под небо бьется ветерком. Не описать ее словами, какое чудо за окном. Не описать ее словами, какое чудо за окном. Щебечут птицы, напевая роман забытых давних лет. С деревьев капли опадая, писали красочный портрет. Весной сады цветут роскошно, весной щебечут соловьи, а ангелочки, как нарочно, стреляют стрелами любви. А ангелочки, как нарочно, стреляют стрелами любви. Озера снежными ручьями по бережкам спускались вниз. Там солнце нежными лучами обогревало всех на мисс. Там солнце нежными лучами обогревало всех на мисс. Подснежник с добрыми глазами раскрыт улыбкой лебезги. Пыльцой раскрашенной словами блестели ярко две строки. Пыльцой раскрашенной словами блестели ярко две строки. Весной сады цветут роскошно, весной щебечут соловьи. А ангелочки, как нарочно, стреляют стрелами любви. А ангелочки, как нарочно, стреляют стрелами любви. Еще один романс автору и исполнителю, которым является Алексей Скрипник. «Душевные слова». Ты помнишь яркие мгновения, ночные звезды и мечты, как пелись песни под гидом с вечерней костры, как пелись песни под гитару, и жглись с вечерней костры. Вдали виднелись лес и поле, во мгле мерцающий огонь. И только в сердце мы с тобою сплоченной верой и любовью. И только в сердце мы с тобою сплочен верой и любовью. Душевные слова, рассветы и закаты, цветы прекрасных слов. Я выбираю вас. Душевные слова, и смолкнет стон гитары. Теперь я вам скажу душевных слов пока. И все-таки было, есть, будет шум ветра, тихий перезвон, прилив реки на
ночные звезды, земля и небо предо мной. Прилив реки, ночные звезды, земля и небо предо мной. Картина в блеске янтаря, сквозь время мчится в никуда. Лишь те последние слова войдут в историю века. Лишь те последние слова войдут в историю века. Душевные слова, рассветы, закаты, цветы прекрасных слов. Я выбираю вас. Душевные слова. И смолкнет стон гитары. Теперь я вам скажу душевные слова бокал. У Алексея более 80 произведений в жанре песен и романсов. Но всех он любит одинаково, но, наверное, самое важное произведение – это то, которое посвящается первой любви. Именно такой романс и прозвучит сейчас. «Девушка любимая». Стихи и музыка Алексея Скрипника исполняет Алексей Скрипник. Yeah.
Внезапность – это, наверное, самая лучшая характеристика произведений Алексея Скрипника. И поэтому следующую композицию, которая предлагается вашему вниманию, автор назвал «Душа». Композитор Алексей Скрипник. Thank you.
Я бы хотел представить вам человека в моей жизни, повлиявшего на мое творчество. Этот человек сейчас вышел и подарил мне вот этот букет цветов. Это Маргарита Ильинична, моя учительница по математике, которая мне сказала: «Алексей, у нас сегодня контрольная, я по секрету скажу, у нас сегодня контрольная, пиши музыку». Сегодняшнего творческого вечера. Но я немножечко расскажу вам про Алексея. Кто, может быть, не знает, кто впервые услышал и увидел его. Но вы уже поняли, что этот человек многогранный, пишет стихи, сочиняет музыку, обязательно играет на гитаре. Он лауреат премии Белорусского профсоюза работников культуры и искусства в номинации «Эстрадное искусство». В свое время он был дипломатом фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Но самое главное, что он стал лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов. У него очень много проектов. Первый проект, который назывался «Поговорим», еще совсем юным человеком, Брут Гандалес, он создал этот проект. Далее у него были еще и благословения земли, посвящения, «Поговорим», «Огонь сердца» и много других интересных проектов. Благословением земли рождались строки и ноты, что исполнены любви, и возвращался я к своим истокам, чтоб силы духа укрепить свои. За все, что не успел, прошу прощения. Я к вам на суд несу плоды свои, и в сущем земном посвящении вам посвящаю зрители мои. Следующая, вторая часть нашего сегодняшнего вечера посвящается фламенко. Фламенко – это удивительный жанр. Это особая культура юга Испании, андалусийская душа. Этот жанр вобрал в себя культуру многих народов. Мавританцы, цыгане, иудеи. И вот это сплетение страстей, чувств. И вывелось такие удивительные произведения, причем идет по направлению как музыкальному, так и танцевальному. Но все развивается, и потом появляется жанр фламенко-фьюжн, когда вот в эти страсти, в эти эмоции, которые говорят больше, чем слова, вплетается новое музыкальное направление. Это и джаз, и латино, и много других. И вот в этом направлении Алексей делает весьма заметные успехи, в чем вы, конечно же, можете сейчас убедиться. Следующая композиция, которая прозвучит именно так и будет называться, она написана в стиле фламенко фьюжн. «Огонь сердца». Встречайте, композитор, музыкант, поэт, исполнитель, гитарист. Виртуоз, лауреат международных конкурсов Алексей Скопинко.
оценительница Фламенко Фьюжн. Доброе сиденье в стиле Flamenco Fusion, Бетта Сакуры. Есть страны и нации, где Flamenco Fusion — это не просто любимый жанр, это образ жизни. Именно такой страной является Куба. Кубинская румба. Алексей Скрипников.
каждого творческого человека есть на земле уголок, где как будто бы и звезды более высокие, и озера более голубые, и леса более зеленые, где особенно мечтается, где хорошо пишется, где ты получаешь некую силу. Это как точка силы. Именно таким вдохновляющей такой точкой и стала для Алексея наша любимая Братславщина. Именно она вдохновила на написание цикла песен, посвященных родной земле. И сейчас прозвучит композиция, которая так и называется «Гора любви». Исполняют Алексей Скрипник и Ирина Скрипник. Еще одна композиция, которую выпустил на вас суд Алексей, так он и назвал.
«Белорусочка». Алексей Скрипник. Thank you.
Это была первая часть концерта для гитары с оркестром «Ангелом сердца». А сейчас вашему вниманию цветы. Цветы Востока. Произнося название следующей композиции, я очень боюсь показаться некомпетентной и малограмотной, но называется она «Этюда Глория Сальвадор Сакралис». Я не знаю, что это значит, но я думаю, либо Алексей пояснит, либо обо всем скажет музыка. Наша новая композиция. Премьера.
все, мне кажется, люди догадались, а что вы имели в виду быть это Джулио Сальвадор Саграс? Это произведение классического автора Саграс. Спасибо. Сейчас включаем произведение одного легендарного автора. 16-летняя Веласкес, «Целуй меня крепче», я перевожу. Консуэла Веласкес написала такую песню, которая через десятилетия звучит, вдохновляет других, ее как бы трансформирует для себя и неизменно исполняет на многочисленных концертах. Разумеется, обойти данную тему Бессона Мучо найти не мог. И сейчас эта композиция звучит для вас. Звездный дождь. Именно он вдохновил
на написание еще одной композиции с одноименным названием «Звезды, дождь». Алексей Скрипник. Thank you.
неоднократно принимал участие в концертах Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. И публика всегда принимала радушно и с огромными аплодисментами и весами. Но особенно запомнился концерт, который буквально стал триумфальным, потому что на нем прозвучала удивительно яркая, экспрессивная композиция, которая называется «Самба Адажа». И сейчас «Самба Адажа» звучит для вас. Алексей Скрипник. Звукорежиссер.
Все вам благословения, дорогие. До новых встреч!